Управление пенсионного фонда в городе Новочебоксарск выдало 9132 государственных сертификата на материнский семейный капитал. 7395 семей или 81% от получивших сертификат распорядились средствами материнского семейного капитала и получили от государства финансовую поддержку в виде материнского капитала на общую сумму 2 миллиарда 678 миллионов рублей. С начала 2018 года семьи с небольшими доходами при рождении второго ребенка могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. Те матери, которые воспользовались такой возможностью, получают ежемесячную выплату в размере 8930 рублей, то есть величину прожиточного минимума ребенка.